Привет, привет, мои дорогие, как у вас дела? Наконец-то я появилась. Хочу каждый день снимать видео, но у меня каждый день не получается, потому что я просто, как у нас начинается, в общем, разрешение на еду, да, скажем так, это время приходит, и все, я начинаю есть просто все подряд, и в итоге у меня просто не помещается даже вот чтобы удовлетвориться нашими вкусняшками. Вот. И поэтому сегодня выбрала время, вообще забросила вас, извините, пожалуйста. Но вы у меня всегда здесь, не переживайте, я вас не забываю. Ну, хочется, конечно, снимать каждый день, но мне вообще не получается. Я и вчера хотела, я же уже, знаете, аж взяла такой кусочек и сама просто его вот такой погрызла. И все удовлетворилось, и мне так хорошо чуть-чуть стало. Вот. Так что, так вчера, мировая нас им тысяча кредерем. Шишки бабы вот, девчоночки, милые мои, сегодня у нас остатки моих шашлычков. Сегодня шашлык у нас такой будет. Вот. И к нему красная приправа. Такая была со специями, да, такая из красной баткенской. Ну и также здесь у меня есть желтая киргизская немножко. Вот кусочки такие, да, мясные кусочки, скажем. В общем, я же сняла видео, девчонки, вы меня извините еще раз. Мой микрофон. В общем, в чемодане, который пришел к моей маме. Я его, в общем, отправила же туда, потому что они сказали, что мы будем ждать согласия со стороны Турции, а потом только можем вам отправить. И кто вот смотрит мои те каналы, они в курсе. Вот. И просто микрофон у меня там. Здесь, который микрофон, вот я его пользовалась, как-то он был нормальный, а потом вдруг он стал ненормальный, жужжать, пищать, кричать. В общем, ну вообще бесстыжий микрофон, что делать, не знаю. Уже я его, в общем, на выкидон приготовила, но еще не выкинула, он лежит там. А вот, надо заказать микрофон. У нас просто все закрыто. Я не знаю, где мне его купить. У нас же только открывается после 20 числа это все, и поэтому у меня нету просто микрофона. А чтобы его приобрести, надо там у нас, где продают все аксессуары для телефонов, это надо ехать. В общем, это на остановке Сахие, там есть, но все закрыто. Вот после 20 теперь только я пойду туда и приобрету микрофон, а пока без микрофона. Как-то так. Ну, потому что у меня есть еще один микрофон, который я купила, но у него сказали, что он не для телефона. И от него толку нету. Но я его попробовала, от него толку нету. Там, оказывается, должно быть вот эти три, да, где уздечка, три черные полосочки, это для телефона, я так поняла. А там у меня два. Для чего, я так и не поняла. В общем, он у меня лежит. Есть еще один микрофон, кстати, сейчас я вспомнила про него. Завтра я попробую его вытащить, там где-то он у меня лежит, в общем. Вот, проверю его днем, работает он или нет, а потом уже. Вот, разговорилась, да, давайте. Так и пчелорам, щечки кебаб на баш съела. В общем, я сняла видео, и там меня кричало, жужжало, пищало. Я там съела вроде 4 палочки кебаба. Да. Вроде 4 палочки. Сколько у меня? А, нет, 5 было, да? 3 палочки я съела. И потом просто удалила это видео, потому что звук был ужасный. Ну что, начнем? Так. Наш шашлычок сначала. Ой, Маша. Хотела раскрутить. Ну, давайте хоть так. Да, покушаем. Угу.
мой ужин. С прибавом. Воды забыла. Азербайджанский шашлык, да? Скажем так.
кусочек мяса здесь есть. Мои дорогие, было вкусно очень. В том видео, конечно, у меня была и зелень. Здесь этой зелени уже нет. Сегодня поужинали и доели. Сегодня у меня были гости. Вот. Так что рэм, тащи передерем. Шишки бабчук взяли. Кендим иллерим бы яптым. Гёрдумыз галиба. Мои дорогие, для разнообразия можно поесть иногда такой шашлык, я думаю, неплохо. Спасибо вам, целую вас, пока-пока. My dear, thank you.